В холдинг «Агродок» входит целая сеть предприятий. В каталоге компании представлены на выставке тракторы, зерноуборочные комбайны, погрузчики, навесное оборудование, универсальные машины общего назначения и многое другое. На рынке сельскохозяйственной техники «Агродок» уже 25 лет. Мы обслуживаем, осуществляем сервис и поставляем оригинальные запчасти в статусе официального дилера. В нашем пакете сильнейшие мировые бренды. Наша техника имеет прекрасную, долгую, многолетнюю. Некоторые бренды имеют 100-летнюю репутацию на рынке. Поэтому в качестве своей техники мы уверены. Она относится к сегменту премиальной, так скажем, да, поэтому не всегда она стоит дешево, но те хозяйства, которые приобретают ее, они, в общем, как бы остаются довольны производительностью и надежностью. Компания является эксклюзивным дилером сельхозтехники таких известных зарубежных производителей, как голландский Case New Holland, французский Kuhn и британский JCB. Погрузчики используют в животноводстве, растениеводстве и, конечно же, при выращивании картофеля. Хозяйственники данную машину называют «золотой рукой», потому что она используется абсолютно на всех видах работ. Как показывает практика, после продажи данного телескопического погрузчика через какое-то время, месяц-два, начинаешь спрашивать отзывы. И любой абсолютно говорит: «Мы не понимаем, как мы без него жили». Приятная новость для всех жителей республики. В этом году «Агродок» открыл свой филиал в Чувашии. По адресу Чебоксарский район, деревня Большие Карачуры, улица Дачная, дом 2.